Тимирязевский район Северо-Казахстанской области в этом году переехали 24 семьи из южных регионов страны. Многие из них получили безвозмездные гранты и теперь делают свои первые шаги в бизнесе. Кстати, дома для переселенцев там строят предприниматели, которые и сами недавно сменили место жительства. Нургуль Ахметова с подробностями. Даурен Жаксыбаев в райцентр Тимирязева вместе с семьей переехал из Тараза. Сразу обзавелся хозяйством. Говорит, давно мечтал жить в частном доме. Вот этот дом нам предоставили. Потом через месяц супруга грант выиграла. Купили скот, сарай построил. Я сам тоже защитил бизнес-проект. Деньги уже получил, хочу еще коров купить. Маленькая Аянат к новой обстановке уже привыкла. Гостей танцами встречают. У нее два брата, старший и младший. У 4-месячного Аяна в графе «Место рождения» значится село Тимирязево. 8 августа родился сын у нас, здесь, в Тимирязево, то есть он уже местный. Мы быстро решились на переезд. За 3 дня купили билеты и приехали. Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь. Теперь же целый микрорайон. Жилье тут строят для жителей южных регионов страны, которые хотят переселиться на север. Комнат будет 4. Тут почти по плану должна находиться кухня, гостиная и 2 спальни будет. В районе с начала года возвели 47 домов, в основном в райцентре Тимирязева. Строительством жилья занимаются 2 предпринимателя, которые и сами недавно переехали сюда из южных регионов. Сам переселенец, который дома строит, наладил производство в нашем районе, производит газоблоки и пластиковые окна. Соответственно, удешевляет само расход на строительство, но без уменьшения на качество. 10 участников программы «Енбек», переехавшие в Тимирязевский район, получили безвозмездные гранты по 555 тысяч тенге. Немало и тех, кто оформил льготные кредиты. По госпрограмме «Енбек» в рамках развития массового предпринимательства выдано 33 кредита на сумму 123 миллиона тенге для открытия собственного дела. Деньги направлены получателями на развитие животноводства, растениеводства, приобретение сельхозтехники. И все это позволило создать 22 новых рабочих места. В 2021 году в Тимирязевском районе планируют построить 70 домов. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Северо-Казахстанская область, Хабар-24.